иду к Марине. Я уже в городе, меня подвез Алишер. В машине я не снимала, потому что в машине, как вы знаете, звук получается плохой. Но потом, говорите, я ничего не слышу. Ой, погодка у нас сегодня зашибись. Опять дожди. Ужасные. Поэтому я в дождевике. Я не успела накраситься. Сейчас у Марины накрашусь. Просто я хотела поехать с Алишером. И мне хотелось поспать. Поэтому я сделала выбор в пользу накраситься потом. Мы сегодня с Мариной будем снимать пару видео. 2 или 3. Не знаю еще точно. Я штатив с собой взяла новый. Ну, в общем, процесс пойдет сегодня. И вечером у меня еще ученица. Завтракает рыся. Давай, пей чай. Вот твой чай. Осторожно, он горячий. Вот. Давай. Будешь пить? Что значит хрю-хрю? Какие такие хрю-хрю? Кто кладет ноги на стол? Это что такое? Тебя кто так научил? Надо сидеть. Локти на стол класть нельзя, только ручки. Вот так вот. Рыся не оценила заботы о ней. Я тут пью чай с Мариной. Вот мой чай. Вот наши пирожные. Вот чай Марины. Вот Марина. Марина, помаши ручкой. Вот видите, как мне весело. Sweet dreams are made of this. Сейчас Марина что-то сделает, и мы пойдем на почту за нашей посылкой. Да, Марина? Да. Надо посмотреть, идет ли дождь. Хочу посмотреть, идет ли дождь. Судя по людям с зонтиками, идет. Очень-очень мелкий. Ух ты, как там красиво, все зелененькое такое. И какие рисунки там детские, классные. Ой. Марина, что же у нас в той посылке? Я вообще не помню опять. Там, по-моему, Олесь. Да? Я не помню. И джинсы мои серые. Не помню. Я не помню. Наконец-то мы вышли из дома. Марина, ну никак не могла уйти. Я не знаю. То одно забыла, то другое. Мы идем на почту. У Марины чудесное извещение на 1,5 килограмма, при этом мы ждем 2 другие посылки, которые уже тоже на почте, с другими номерами, но извещения о них нету. Но меня больше всего волнует эта посылка. Что уже это? Да, ты знаешь. Такое. 1,5 кг счастья. 1600. 1600. Марина мне написала вчера, на почте посылка на 1600 кг. У меня было в лом. Слоновий навоз. Заказывала слона, это уже Рязанского. Ужас. Фу, мне жарко, выпустите, я не могу. Мне тоже жарко. Мы еще чай горячим не закрываем Марине на адрес. Номер, паспорт. Нам пришел. Где паспорт? Дрон. Что это? Это, наверное, какая-нибудь открыточка. Это одежда. А это вертолетик. Все, мы пошли на улицу. Ура! Нам прислали дрон. А, какой ветер, ужас. Еще и дождь заморозил. Нам прислали дрон для съемок с воздуха. Его прислали 3-4. Неожиданно и бесплатно. Ура! Ура! Клево. Марина готовит пельмешки, мы смотрим наши испорченные кадры, которые выйдут завтра. Я таким голосом
А, ну получается, когда этот влог выйдет, и сразу после этого я опубликую клип. Я все время угораю, когда я слышу свой смех, а потом начинаю так же дебильно смеяться. И главное, я смеюсь в тот же момент точно такими же интонациями. Это пипец. Нет, ну это просто шикарно. Марине надо Оскара, я считаю. Марина, еще? Хватит. Проблема женщин. Стерла помаду, стерла щетина. Ресницы отклеились, волосы оторвались. Ногти отвалились. Женщины странные существа, рисуют брови на бровях. Да, и выщипывают. У меня ногти греют ногти. Мы сняли уже распаковку. Вон Олеськины шмотки. Наша распаковка выйдет в среду. И нам остался квадрокоптер. Но сейчас мы покушаем, а потом его снимем. Марина. Пойдем снимать про квадрокоптер. Да потом на каждое видео в отдельности, пожалуйста. Ну, ешься и все. Unboxing, unboxing, ножницы в студию. Сейчас я и во влог это сниму. Так что вы увидите это первыми. Это была самая неожиданная посылка за всю историю зазеркалья. Да, нас не предупредили, что вышлет нам подарочек. То есть мы его просили, мы сказали, ок, мы подумаем. Ой, коленка-то теперь как болит, всегда понимаю, у меня синяк. Ау, я не могу на нее опираться. Ешь мне в штаны. Так, ничего, всем привет. Ага, давай ты. Всем привет! Всем привет! Ура, мы снова с вами! Соскучились? А у нас такой анбоксинг. У нас, короче, пришла очень долгожданная посылка с дроном и квадрокоптером, кому какое название больше нравится. И мы прямо на почте такие, да-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 да. Народ такой. Стоят недовольные. А мы такие радостные были. В общем, мы его сейчас откроем, посмотрим и потом пойдем тестить. А потом будем снимать на него клипы. Да. Давай. Как тут? Что тут зубами? Я готова это открывать. Марина, тихо, мы так убьем друг друга. У меня острый предмет в руках. Вау. Беленький. Ой, какой все золото. Золото. Девчачьи, девчачьи. Ну-ка, что у нас тут? Давай снимем. Камера HD. GPS у него есть. То есть, если он потеряется, мы его можем... Ты смотри, у него автоматический возврат. Вот если он потеряется, наверное, это... Функция «Следуй за мной». Вот, я про это тебе говорила. Время полета 20 минут. Текс. Блин, я так радуюсь, когда это... Ого, тяжеленько так. Какой хорошенький. Я как человек зануда хочу спросить, а где инструкция? Там не было в коробке инструкции? А я понятно, как это поломаю. Так. Здесь на английском я так подозреваю, что сейчас будем смотреть. Да. А, это пропеллеры, батареи. И на пульте есть экран. Ну-ка. Ой, какой хорошенький, божечки. Вот тут у нас камера. Марин, куда это мы собрались? Довольная мордочка. Мы идем за питанием для нашего лучшего нового друга. Мы идем за батарейками для пульта. Мы будем его калибровать. Нам надо настроить пульт.
магазине. Вот Марина мороженое доедай. И я тоже уже. Я свое съела, как обычно, ем быстрее Марины. И еще я купила вкусняшку, которую я давно хотела. Недели две или три. Такая полезная вкусняшка. Детям тоже можно. Как вы думаете, что я купила? Есть идеи? Подумали? Представили, что мне хотелось? Подсказка, ну такой со фруктовым вкусом. Я хотела вот это. А Марина купила то, что я хочу, но мне нельзя. А что я такое соленое вкусное ела на днях? Что-то ела. Жалко, пюре не соленое. Ой, я икаю от мороженого. Ладно. Я вчера икала полвечера просто. О, да так фу. Звонко, так смачно. Думаю, боже, тебя хорошо, что я одна. Тошнить не начал. И вот мы купили супербатарейки. Сейчас мы их ставим в пульт и пойдем на улицу. Там даже солнце вышло. Надо скорее идти, а то сейчас снова дождь пойдет. Марина тренируется. Так, давай, попробуй вокруг нас, например. А к нам? Разверни лицом к нам, камеры, это попа. Вот, а теперь вперед надо. Нет, 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 нет. Аккуратно, там машина та самая, эта стрёмная, потому что он царапины на них оставит. О, как круто! Я думаю, что всё. Ой-ой-ой. Вы как его аккуратно посадить? Мы с Мариной пошли гулять на часик. И потом я поеду домой. Чем мы потестили дрон, как вы видели. У нас там не получилось сделать запись почему-то. Он подвисает, мне кажется, с карты памяти проблемы. Надо будет почитать. Но это круто. Я уже научилась им управлять. Летает он нормально, так и снимает фигово такое. У Марины телефон теперь завис. Карта памяти из телефона была в дроне. Что, до сих пор не отглючил? Перезагрузи его. Перезагрузка тоже не работает, кнопка выключаю. Похоже на человека, а я похожа на не человека. Ты соскоч. Кто я? Соскоч? А-а-а! Марина ругается. Ну чё? Смотри, что это мы гулять пошли, да, да. Знаете, куда мы пошли? В теремок.
Ах, какой интересный Инстаграм. Я хочу есть. Внезапно. Хорошо. Нет. Ой, один уже готов. Ага, уже вечер. Я приехала домой, провела урок, и сейчас сижу, смотрю, читаю про квадрокоптер наш, пытаюсь понять, почему он видео плохо пишет, в чем проблема. Я подозреваю карту памяти, но тут могут быть разные варианты. Не знаю, в общем, читаю формы. Будем разбираться. Сейчас буду монтировать влог, поэтому я хотела сказать всем пока-пока. Мы с вами увидимся завтра.